Началась сложная двухдневная трудовая неделя между первыми майскими праздниками и вторыми. Как же прошли эти первые майские праздники, узнаем у кировчан. Опрос с ароматом шашлыка. Как ваши майские прошли? 1 мая мы ходили, 2 мая мы отлеживались, 3 мая мы отхаживались. Я в Казань съездил. А что в Казани делать? Вол. На какой, «Зенит»? Конечно. Кем играл? ЦСКА. Надо начинать с ЦСКА. ЦСКА всегда будет первым. Ну и как, кто выиграл? Не наши. 1 мая? Природа. 2 мая? Тоже природа. 3 мая? 3 мая? Чем 3 занимались? Ехал сюда. 3 мая ездили из Чистых прудов по городу. 18 километров, наверное, накатали. То есть 1 мая? Мимо. 2 мая? Мимо. 3 мая? Да. В целом, какое впечатление от праздника? Голова болит. Ходил по площади, гулял, друзей находил. Много друзей нашел? Не очень-то. Но познакомились, и мы начали гулять, и потом мы погуляли, устали и пошли домой. Ну я такой, на диванчик прилег, и так комфортно стало, но я поспал. Сколько дней спали? Все майские? Нет. Ну пару деньков так. Первое шашлыки, второе шашлыки, третье шашлыки. Ничего себе. Я думаю, кондис поинтереснее, наверное, выходные. Мне нравится этот праздник. Моя семья, мои друзья сделают, как это сказать, барбекю. Ага. Да. Барбекю. Барбекю. Тоже занимаюсь спортом. И сильная рука, да. Качали руку. Да.